Всем привет! Мы продолжаем проходить мастер уровня, и настала очередь уровня Subspace. Итак, мы появляемся в такой комнате. В этой будке есть красный ключ, и двери не открываются. Да, красный ключ нам нужен. Но простым выстрелом эта проблема решается. Итак, заходим вот в эту комнату сначала. Отбираем дробовик у этого чувака. Быстренько устраняем пулеметчика. Немножко не повезло с ним, но да ладно. Здоровье — это понятие переоцененное, так что... мы справимся. Итак, вроде все чистенько. Взорвем вот этого кокодемона. Там еще кого-то повзрывали. И вот здесь. Вот здесь вот, да. Лежит мегасфера и рюкзак. Итак, тут открываются стены вот с этими гадами. Да, эту стену можно так открыть, но они открываются, когда пересекаешь определенную линию. Но здесь вам делать нечего. Мы пойдем сюда. Тут большая открытая зона. Здесь вроде весело. Берем миниган для этого. Здесь всякие вкусности лежат и переключатель, который нам там кое-что откроет. Ну и, собственно, поднимаемся сюда, и вот под этим кубиком дробовик, и вот такие переключатели, которые можно переключать. Чего особенного они не делают. Странно, ну, окей. Так, вот здесь пулеметчик, возьмем берсерк, потому что почему бы и нет, это весело. И идем уже сюда, тут слева-справа будут враги. Просто поливаем всех сенсом. Замечательно. Итак, сходим вон туда, добьем остальных. Так, и вон там, на пьедестале желтый ключ. Чтобы его достать, нужно застрелить этого импа и нажать сюда. Так, ну, желтый ключ пустился, там портал появился, соответственно. Так, от этого чувака давайте мы побьем. Он нам пулеметчик помогает. Милый молодой человек. Отлично. Ну не стесняйся, выходи. Умничка. Итак, забираем этот ключ. Так, теперь нам нужно... да, да. Вот за этой дверью есть синий ключ, он также на пьедестале, нам также нужно нажать переключатель, чтобы его отпустить. Переключатель находится вот в этой комнате. И с первого взгляда он выглядит страшно, да, это казм, но тут не все так печально на самом деле. Просто вот так вот. Не знаю, зачем там все это нагорожено, но разумеется. Так, берем синий ключ и возвращаемся в стартовую локацию. Вот, кстати, по этой стене, прямо напротив мегасферы, получил вот этот секрет. На случай, если чему-то вдруг получите ранение с взятием мегасферы. Так. Проверяю, просто не осталось ли. Остались, остались. Где-то там. Да, они любят там прятаться. Итак, заходим сюда. Перебиваем всех вот этих ребят. И открываем синюю дверь. Здесь переключатель, который открывает вон ту стену с аптечкой, и выход наружу. И здесь портал к выходу. Ракетницей. Да, это смешно. Но тем не менее. Да? Обычный, личный уровень. Характерный для набора мастер уровней. Здесь попадаются и такие, что окей, и что-то в этом есть, но нужно было бы доработать, и вот такое вот. Ничего не могу сказать. Просто уровень, и все. Но тем не менее, с
Спасибо за просмотр и всего доброго!